дитя человеческое. Роману Яны Саклидзе. Автор сценария и режиссер-постановщик Янис Стрейч. Оператор-постановщик Харис Кукелс. Художник-постановщик Освальд Звейселникс. Звукооператор Игорь Яковлев. Художник по костюмам Сандра Сила, грим Эдита Нориете, монтаж Майя Индерсоне, режиссер Болеслав Руш, оператор Эдгар Саугустс, редактор Антон Сброкс. Директор фильма Лилия Лепиня. В роли Бонифация снялся Андрейс Рудзинскис. В ролях Аквелина Ливмане, Янис Паукштелло, Болеслав Руш, Ува Сеглине, Инессе Лайзене, Майя Корклише, Сигне Дундуре, Кристоф Стрейч и другие. В фильме звучат латгальские народные песни, фрагменты произведений Форе, Бетховена, Моцарта. Во имя Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Благодарю тебя, Спаситель, за прожитой день. Только почему он такой короткий? Только что пообедал и спать пора. В лесу белочку встретил, она тебе гостиниц передала. И еще медведя встретил в лесу. Спрашивает, как мой друг Боник поживает? Отлично, говорю, он Святое Писание читает. Как твои успехи? Как всегда, знаю, отвечать, так как курица на льду. Не волнуйся, Ксенс мой друг. Вместе в костеле были, когда тебя крестили. Нет, вместе яблоки воровали. Побойся Бога, Боник. Не верите, не надо. Не позорь семью, сынок. Бонюк, не балуйся. А я хочу как папа. И без того, как поросенок. А папе за это вот. Ой, хлебушек, как это так? Разве хлебу больно? А как же, хлеб от Бога, и Богу больно, если мы хлеб не уважаем. Александр, что ты там прочитал? В Риге корова легла поперек трамвайного пути. Дорогу. Мы, большие, еще покатаемся, а ты, малыш, иди домой, а то сопли примерзнут. Ах, малыш, подожди, Паулина. Ты думаешь, я на тебе женюсь? Ты старая, кривая, беззубая. Я женюсь на Биге. Жених нашелся. Ты Бригите лишь до пупка. Не Бригите, а Биги. Ах так, ну знаешь. У нее нет пупка, она не такая, как другие. И никакая она не Бригита. Она Биги, Биги, Биги. Сдаешься? Никогда. Мужчины с бабами не воюют. Ни шагу. Мать приказала учить молитву. Учи. А также и о добрых делах для спасения души подумай. Святой Георгий,
Сделай эту молитву короче, чтобы она лучше вмещалась в моей голове. Ты слышишь меня, Георгий? А ты что вмешиваешься в мужской разговор? Тебе еще не вдомек, что такое женщина и как с ними ладить. Поживешь с мое. Тихо. Ах, вот как ты учишь молитву. Мальвина, я знаю, что душа твоя чиста, как первый снег. Это ничего, что у танцеса усы, как щетка. Душу усами не проколоть. Другое дело, если черт ударит хвостом. Сразу дыра в душе. Я так не говорила. Говорила. О, святая дева. Ты подслушиваешь, это же грех. Твоя душа будет гореть адским пламенем. Ну, ведьма. Видел, малыш, что получилось, когда идешь к человеку с открытой душой? Зузя, скажи, где находится моя душа? Внутри тебя. Как, вместе с картошкой, щами, вместе со свининой и горохом? Да, друг мой, легче справиться со змеем, чем с женщиной. Святой Георгий, придумай что-нибудь, чтобы я победил этих коз, тетушек моих. Ты можешь хранить тайну. Мужчины все могут. Ты никому не скажешь, что услышал. Держи. Я не болтун. Спасибо, святой Георгий. Привет, танцис. Привет. Привет. Как поживаешь? Все с бабами воюешь. Да суща от дома. Подойду вечерком, посмотрю, чем можно другу помочь. Приходи, приходи. Пора прополоть ваших красавиц. Я тебя буду ждать, друг. Бонюк, ты клялся, что я твой единственный друг. Смотрю, ты с танцисом тоже дружишь. Танцис мой большой друг. Ты самый настоящий друг. Эй, танчу! Танцис, привет. Привет, Бонюк. Хорошо, что пришел. Слушай, сколько друзей может быть у человека? Чем больше, тем лучше. А такой настоящий до гроба, конечно, один. Танцис, ты будешь другом до моей гробовой доски? До твоей гробовой доски. Я как старший умру первым. Ты умрешь? Все умрем. Все? Все, все умрем? Как тур быть посолом без ума? Но как мир сможет жить без нас? Бонюк, что другу не поможешь? Да что с тобой? Как малые дети. Нет, мы не умрем. Врачи придумают лекарства, и мы будем жить вечно. Верно, Жик? Беги, где ты? На тебя волки напали или разбойники. Я буду ждать тебя хоть до утра.
Беги! То есть дерево! Ты жива. Спасибо за рукавички. У твоего кавалера руки не мерзнут. Я жду тебя. Бонюк! 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 Добрый вечер, Регина. Бонюка не видела? Добрый вечер. Мужики вернулись? Бонюка не видел? Беги! Бонюк! Бонюк, ты манигай. Ты ждал меня. Ты по-прежнему мой единственный милый дружок. Да, до гробовой доски, но мы с тобой никогда не умрем. Беги, попросим они. Спроси еще раз. Куда? Что? Ты сама знаешь. Ты по-прежнему мой единственный милый дружок. Да, до гробовой доски. Пойдем в дом, замерзнешь. Нет, я тут побуду. Твои рукавички меня греют. А почему мельница не летает, раз у нее такой же этот, как у самолета, крутится? Привет, соседи, кого не видел. Привет, Бонюк. Пропеллер. Хорошо, Танчик, что ты не ушел. А кто уберет? Ты. Ну, ведьма эта Мальвина ржет, как кобыла. В зубах магнит. Пора ее обуздать. Иди сюда. Поберег бы сапожки для школы. Бригитта, когда же наконец твоя свадьба с Алексисом Дакульским? Будет или нет? Неизвестно еще. Не тяни, а то другая отнимет. Или я уведу. Не упускай беги. Парень как великан. Работящий, настоящий хозяин. Первым из деревни на хутор перешел. Не пьет, не курит. И всякие газеты, и календари покупает и читает. Петерис, почитай нам еще про Геновеву. Где ты, Петерис? Иди сюда. Прекрасная история, как будто из жизни. Я целый день плакала. Только те крестьяне, которые своим горьким опытом убедились в необходимости новой агротехники, будут перед севом обрабатывать семена. Сильный ветер гнул деревья. Ветки трещали, ломались. Промокшая до ниточки бедная Геновева упала на колени и вознесла руки к небу. О, Господи! Взгляни на несчастную рабу твою. У всех зверей есть норы, у птиц гнезда. Только я, бедная, всеми брошенная. Бонифаций Паулан.
Я, Бонифаций Паулан, призываю тебя к борьбе с мраком ада. Никуда не пойдешь. Бонюк, останься. Я люблю только тебя. И нет никакого Алексиса. Только ты мой единственный милый дружок. А почему ты молчала, уткнув свой нос в рукоделие? Чего позволяла так лгать этим козам? Не верю. Мы будем ждать его. Георгий, дай меч. Вот его кепочка. Зигфрид упал перед Геновевой на колени и обмыл ее ноги чистыми слезами своей горячей любви. Несчастная судьба. Жаль. Красиво. Словно сердце теплой водой обмыли. А где мой друг Бонюк? Наверное, спит. Устал за день. Да, такая любовь возможна только в романах. Взгляни, Бонюк, не Ксенц ли это? Ты так гораешь, Питер. Нет, длинный Петерис. Привет, Пауланы. Проезжал мимо, подумал, как-никак масленица, завернул. Привет, Александр. Последний раз на Рождество увиделись. Ехал мимо, вспомнил масленица, может, девки захотят покататься. Покатаемся, сестрички? Покатаемся. Покатаемся. Ничего не выйдет. А кто скотину накормит? Моя мать вам не служанка. Кто коров подоит? Ну-ну, тоже хозяин нашелся. Пока еще я у власти. Регина, запрягай цикцеры. Дедушка справится один. Поезжайте, дети, повеселитесь. Привет, Тансис, не заметил тебя. Папа, папа, не уступай, а то этот дылда будет звонить по всей волости, что нас обогнал. Ну покажи ему, покажи. Покажи, Дылди, утри ему нос. Слава тебе, Дева Мария, жив. Жив. У меня ноги похолодели. Дружочек мой. Беги, я поеду с тобой и Танцисом. Мальвина, иди и ты к Танцису. Александр, нас все бросили. Здорово, что мы вместе, правда, Беги?
Ну и сила у тебя богатырская. Девки, расшевелим Соломона. Хлопцы, на помощь, наших обижают. Ну, расставайте, Маня. Не трогай, Биги, не трогай. Вот тебе. Слава Иисусу Христу! Во веки веков! Ты знаешь меня? А как же? Вместе яблоки воровали. С ума сошел. Простите. Ничего, ничего. Ты знаешь, кто я такой? Кто ж тебя не знает? Надо говорить вы. Ничего, ничего. Иди сюда. Расскажи, где это было и как? Ну, у той, седой. Госпожи. У твоей сестры. Вспомнил, вспомнил. Был такой грех. Прошлым летом иду я по улице, вдруг выбегает навстречу мальчуган и приветствует меня. Слава Иисусу Христу! Во веки веков я отвечаю. Как тебя зовут, спрашиваю? Бонифаций Пауланс, сын Александра. Яблок хочешь? А какой мальчик откажется? Вот так мы залезли через забор в сад моей сестры. Она испугалась и начала кричать. Воры, воры! Прошу в комнату. Види, сынок, расскажешь, что ты выучил. Благодарю вас за такой прием. Не мне, а Богу честь оказываете. Мне еще многих детишек надо навестить. Зимой дни короткие, а летом на своей машине я раз-два и могу весь приход объехать. Святой отец, чего ты хвастаешься своей машиной? Ручаюсь, моя лошадь быстрее. Быстрее, чем машина? Не может быть. Спорим? Спорим. По рукам. Дедушка, рассуди нас. На что спорите? На дружбу. А теперь, Бонюк, расскажи, что из выученного тебе больше всего нравится? Веди нас к Богу, о Мария. Без него нам жизни нет. Мы видим радость человека в службе Сыну Твоему. Об этом молим ежечасно, с восхода до заката дня. Святая Дева, Мать Иисуса, Ты путеводная звезда. Деда, кто этот длинный, черный? Ты сыр Дакуль Алексис. Дакульский Алексис. Курьем роги. А где у него рога и хвост? Беги, попроси меня. Беги, спроси меня еще раз. О чем? Ну, то я уже. Ты сама знаешь. Бонюк, ты по-прежнему мой единственный милый дружочек. Да, до гроба. Садеори. Поранил. Садеори Пирксен. Пальчик поранил. Ничего, пройдет. Это травка, кровь останавливает. Держи крепко. Пойду корову доить. Бонюк, лейц козом садись. До свадьбы заживет.
Побойтесь Бога, Пауланы. В независимой Латвии кушать из глиняной посуды. Что мы? Витебские мужики. Мы Европа. Смотрите, такую дакульский Алексис купил. Алексис из Дакула? Дедушка, папа, берем, берем. Вот, устами младенца глаголит истина. Пойдем, я вам еще что-то покажу, ахните. А ты, мальчик, присмотри за лавкой. Добрый день, барышня. Что ты тут? Конфеты воруешь? Подумайте, подумайте. А, господин Казыч. Господин Смушкин. Что, мальчик? Пойдем, Боник. Ну, подумайте. Я другому не продам. Есть, есть, господин Казыч, специально для вас. Шапку, шапку сними. О, Спаситель, ты же видел, как это случилось. Я не хотел. Этот ножик я отдам, обязательно отдам Смушкину. Чуть позже, недельку подержу и отдам. Бонюк, эти цветы мне? Нет, Спасителю. Шапку сними. Какой у тебя набожный сыночек. В саду зеленом нашем роза расцвела. Под кустом цветущей розы девушка спала. Бонюк, что ты там делаешь каждый вечер? Ноги мою в росе. Вот чудо. Раньше нельзя было заставить, а сейчас... Ну хорошо, хорошо, это значит уже не ребенок, а взрослый. Беги. Беги. Беги, ты слышала, что мама сказала? Я уже взрослый мужчина. Беги, милая Беги. Милая Беги, слышишь? Беги, слышишь? Беги, Беги. Кто тут чирикает, как воробей? Думаешь, она тебя слышит, комарик? Так со мной, пожалуйста, не говори, а то с тобой что-то неладное произойдет. Со мной? Иди ужинать. Ешь сама свой ужин. Так и передать дедушке. Ты старая, кривая, некрасивая, вшивая мальвина. Ах, вшивая.
паршивая. Сейчас тебе в штаны 40 тысяч блок запрыгнет. Подожди. Боня, что дышишь, как загнанная лошадь? Бежал на перегонке с Мальвиной. Когда научишь мальчишку вместе со всеми садиться за стол? Боню каждый вечер слушает, как его невеста поет. Это Бригитта из ума выжила. Разве можно так играть с мальчуганом? Он в своем курином мозгу бог знает, что вообразил. Она тебе никакая не Бригитта. Она Бигги, Бигги, Бигги. Тихо, тихо, тихо. Скажи, Бигги тебе на самом деле так нравится? Я твердо решил на ней жениться. Тише. А почему? Потому что дерево рубят с толстого конца. Это ты здорово подметил. А почему бы тебе не жениться на Паулине? Никогда. Потому что она каждую ночь мочит свою постель. А ты откуда знаешь? Ее маму, моей мамы лекарства спрашивала. Теперь ты понял? Понял. Не очень-то приятно, когда с тобой рядом такая мокрая жена. Да, неприятно. Главное, моя мама подумает, что это я виноват, а не жена. Вот где собака зарыта. Да, собака зарыта в постели. Давай спать. Петерис, что ты виляешь бедрами, как девчонка? А разве ты видал, как девчонки купаются? Танцы видел. Бабы не тонут. У них весь фокус в попке. Я длиннее, а я сильнее. Давай померимся петушками. Не тяни, не тяни. Вода мешает. Пойдем на берег. Врешь, ты вытянул. Мне нечего тянуть. Что есть, то есть. Не то, что у тебя гнилой червячок. А, червяк? Притом гнилой? Ай-яй-яй, бесстыдники. Безбожники. Позор какой. Ну, получите. Уходи. Разве не видишь, что тут голые мужчины? Бессовестные, всем расскажу, и дедушке твоему, и Бигги твоей тоже расскажу. Как тебе не стыдно? Мне стыдно? Позорник, в аду гореть будешь страшным пламенем. Подожди. Теперь об этом вся волость будет трезвонить. Из-за нее стыдно людям на глаза показаться. Эй, что тут шляетесь? Слушай, Паулина, давай помиримся. Что-что? Но если ты никому ни слова, то сможешь везде таскаться вместе с нами. Ну ладно, договорились. Не отстань на колени, поклянись. Еще что придумал. Паулина, дорогая, встань на колени и скажи ей-богу честное слово. Ей-богу, честное слово, я никому не скажу, что видела вас голыми и как вы петушками мерились. Аминь. Все, вставай. Нет, не все. Теперь вы на колени. Зачем? На колени, а то получишь. И ты на колени. Смотрите в небо. Сложите руки так. И найдите в небе святого Антона, командующего всеми громами и молниями, и повторяйте за мной. Святой Антон, клянемся именем Твоим и призываем свидетелей всех-всех-всех, что никогда больше не будем обижать Паулину.
Не будем засовывать лягушек за воротник. Не будем называть бабой. Ни овцой, ни дурой, ни каким-то там поросенком. Будем брать ее всегда с собой, за орехами, за ягодами, на рыбалку, в лес, в город, воровать яблоки и зеленый горошек. Вот теперь действительно все. Вы свободны. Я буду молчать, как могила. Жик, не как гости. Иди сюда. Карауль ягнят, чтобы овцы не вздумали безобразничать. Клянусь. На ужин мы получим что-то вкусненькое. Я пойду разнюхаю. Смотри, Езук, что за походка, что за ножки, словно барышня перед балом. Он мне принесет и медаль, и золото, и дипломы. Отец и мать его высокой породы. Только по скачкам и живут. А, Бонюк, здравствуй. Здравствуй, коль не забыл меня. Как поживаешь? Благодарю за интерес к моей особе. Живу хорошо. Весной помогал отцу землю пахать. А коров кто пасет? Жик пасет. Я только проверяю его. Мужские руки в хозяйстве более нужны. Конфетку хочешь? Спасибо, не стоило тратиться, я не ребенок. Ну, раз уж ты принес, спасибо, а то обидишься еще. Лидия! Лидия! Бонюк! Бонюк, какой ты большой, как ты вырос. Лидия, мы целый год не виделись. Ты стала красивее, чем была. Патрик! Нравится? Скажи спасибо, спасибо, спасибо. Вот и городская посуда пригодится. 5, 6, 7, 8. Переложи в миску. В глиняную. Это все тебе. Юста и Юрис свое получили. Наверное, дорого заплатила. А, те самые пирожки, которые во рту тают. Это еще с твоей свадьбы? Ты так думаешь, да? Бонюк, а кто за стадом присматривает? Ты слышишь? Лидия. Ты самая любимая из всех тетушек. Не то, что эти козы. Как вспомню твою свадьбу, так плакать хочется. Как к тебе Езуп относится? Хороший, хороший. Если что, скажи мне, я с ним поговорю по-мужски. Только мне скажи. Мальвин, ну куда эту яичницу выложить? Пусти, пусти. Некогда. Смотри. Научилась, наконец. Жик! Как ты здесь очутился? А кто на пастбище? Жик, не узнаешь. Он только меня одного слушает. Жик? Жик, где твое место? Марш на пастбище. Видели? Эх, нам бы такую собаку.
Припомни мои слова. Этот же ребенок еще покажет себя. Он мне и медали, и золото, и разные там дипломы. Мы Альберту с этим же ребенком утрем нос. Жик, хочешь жить у меня? Видел бы ты коня Альберта, разве это порода? Это кот паршивый, а не жеребенок. Слушай, отдай мне собаку. Жика? Езуб, дорогой, о чем речь? Мой дом, твой дом, моя собака, твоя собака. Ой, Мосень. Ой, сестренка. Берегись, Мальвина, берегись, получишь. Бонюк, Бонюк, проснись. Бонюк, Бонюк, целись. Проснись. Коровушки заждались. Пока ты дрыхнешь, твоего Жика увезли. Что? Где Лидия и Езуб? Уже уехали? Воры, воры, воры. Моего Жика, как поросенка, в мешок. Как тебе не стыдно? Лидия тебе новую фуражку подарила. Ах так, наверное, краденую. Свихнулся. Как тебе не стыдно? Ночью твоего друга украли. Разве ты не видел? Боник, успокойся. Как ты говоришь о Лидии? Лидия теперь хозяйка богатого хутора. Мы поможем ей, они помогут нам. Хозяйка? Не смеши. Еще прошлым летом кувыркаться не умела. Ворюга несчастная. Голодранцы, голодранцы. Кто голодранцы? Наша новая родня. Езуб голодранец, нищий ворюга. Не может быть, говорят богатые. Нет, разъезжают по миру, собак воруют. А что они делают с этими собаками? Шкуры сдирают или консерванты делают? А что такое консерванты? Это мясо в такой блестящей жестянке. Китайцы обожают собачатину. Что? Сожрать такого друга, как Жик? Разве они твоего Жика уже? Нет. Жик будет коров пасти. Значит, коровы все-таки есть. А что они делают с остальными собаками? Какими? Ну, с ворованными. Делают консерванты и отсылают рижским господам. Только никому не рассказывай. Я всегда говорил, культуру посетит и нашу Латвию. Видишь, Езуб уже консерванты производит. Только почему из собачатины? Мы как-никак латыши. Никакие там самоеды. Сын, уйми свой гнев и прости врагу своему. Тут хуже врагов, они наши родственники. Ну что тебе Лидия сделала? У них нет собаки. Пусть гавкает сама. Не бери грех на душу. Грех наш злейший враг. А грех? А как звучит седьмая заповедь? Не кради. Вот именно. Не кради. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Спаситель, честное слово, я отдам этот ножик. Только немножко подержу еще. Ты же сам знаешь, как трудно ребенку летом без ножа. То хлеба отрезать, или ролгу для стада, или свистульку сделать. О, Иисус, наш Спаситель.
Прошлым летом ты забрал у меня папу. Я не жалуюсь, тебе виднее. Нам с матушкой трудно, но мы не хнычем. Я подрабатываю. Нанялась пастушкой у соседей. Но у нас есть долг, и толстый казач хочет отнять у нас землю. Отнять все, 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 что у нас есть. Тогда нам придется отсюда уйти. О, Боже мой! Это свыше моих сил. Тут так красиво. У меня прекрасные друзья. Бонюк, Петерис. Бонюк? Тут деды. Ты слышал? Да. Ну, та это сир. Ну, какая разница? Правда. Как можно уехать отсюда? Скоро рожь зацветет. Роды зир. А то зини, канатись, я у на вам. А ты знаешь, когда рожь цветет, скай помог. Дева Мария спускается с неба и ходит по полям. И там, где ступит ее нога, все зеленеет, растет и плодоносит. Знаешь, Деву Марию могут видеть и люди, но только те, кто без греха. Ты видела? Куда уж я без греха? Но однажды она меня слышала. Помнишь засуху? А потом дождь пошел. И почему? Потому что молился святому Антону. Нет, потому что я просила у Марии. Нет, я молился святому Георгию и Антону. Нет, 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 Дева Мария. Нет, святой Антон помог. Ты чего скрипишь, как телега немазанная? Дружок, дружок, на тебе. Смелее, смелее. Ну, коту гулейка, вече не истепля. Чего приуныло, как бабуся на печке? Прямо, прямо. Спину, спину держи. Женщина остается женщиной. Перед тем, как падать, она должна обязательно заорать. Я хочу еще. Может, хватит? Нет. Ну, спасибо, спасибо, что подбросил. Да все это вранье, бред. Ты поверь мне. Спасибо, что-нибудь придумай. Ой, Регинушка, золото мое, позор какой. О, Господи, кого мы вырастили и в кого он только угодил. Не пугай меня, Александр. Где Бонюк? Где этот грамотей? Я в волосной управе узнал, что моя сестра Лидия со своим мужем ловят собак и делают из собачатины эти, как их там, кругом блестит, а внутри мясо. Консервы, вот именно. О, Господи! Я всегда говорила вам, мало у него на заднице отметин, мало наказываете. Чего ржешь? Ты тоже его всяким мудростям обучаешь. О, Боже мой, это про нашего ангелочка, про Лидию. Помнишь, братик курочку резал? Так она в дом забежала, подушкой голову прикрыла, ей дурно стало. Да, 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 а мясо-то жрала, и еще крылышко, чтобы быстрее замуж улететь. Но ты получишь. Вот он, держите его. Да, чти отца и мать свою. Верно. А детей? Можно выгнать из дома, как собаку ненужную? У тебя тоже весь фокус тут, в попке. Бонюк, ну это молодой ты. Иди купаться, раздевайся. Не хочу.
Ir visur. Ну, идем. Ну, куда бренись, Бонюк? Телышка и Мальвина. У тебя все, как у Мальвины. У тебя все, как у Зузы и Мальвины, и у остальных девок. И пупок у тебя тоже есть. Как ты говоришь? В бане видел. Так нехорошо. Так нехорошо. Ладно, ладно, не бойся. Надо бесить, надо бесить. Я буду тебя остерегать. Я ухожу из дома, тут больше жизни нет. Ты жди меня, и я вернусь. Большой, богатый, со своей собакой и с конем. Ты только будь мне верна. Прощай, мой верный друг. Прощайте и вы. Я вам все прощаю, ибо вы не ведаете, что творите. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. О, Святая Дева Мария, помоги мне в далеком и опасном пути. Как разбойник. Сам Каупан. Доброе утро. Привет. Ты пастушок? Нет. Чей ты сын? Александра Паулана. Знаю твоего отца. У него красивые сестрички, трое еще не замужем. А я тебя узнал. Ты играл на свадьбе Лидии. Все говорят, что ты хорошо играешь. Сразу видно, что ты дитя хороших и умных людей. Да благословит тебя Господь наш. Подожди, а как тебя зовут? Бонифаций. А, значит, Бонив. А я Изидор. Знаешь, иду один в такую даль. Наверху Бог, внизу птицы поют. А навстречу мне по дороге идет человек. И это ты. Теперь я буду знать, что ты Бонив. А ты Изидор. А ты Изидор. А ты Изидор. А ты Бонив. А ты, Изидор. Это прекрасно, правда? Иди, я сыграю тебе. Иди, пока можешь. Слушай и смотри, пока глаза и уши имеешь. Иди. Шел я лесом на охоту. На моем пути стояла липа вековая, а в ветвях зеленой липы колыбелька золотая. В колыбельке золотой краснодевица спала. Я мог утонуть. Меня могли по дороге волки съесть. Никто обо мне дома плакать не будет. Ешь, ешь, крестник. Кто хорошо ест, тот хорошо работает. Мне помощник в хозяйстве нужен. Что толку от дочерей? Теперь у меня будет сын. И вот дело-то какое. Пока твои двоюродные сестры со своей мамой в костеле, нужно коров пасти, а? Что скажешь? Дорогой крестный, знаешь, когда у нас гостила Лидия и Езуб, мама им не давала никакой работы. Но они были гостями. А ты теперь мой сын родной, не так ли? Вот
Вот и зверг настоящий. Если баба подходит, то корова как корова, а если человек приблизится, зверем становится, бьет, легает и бодается. А оставить-то нельзя, вымя перегорит. Знаешь, у нас такая же беда была, точь в точь, как ваша. Знаешь, однажды мы были вдвоем с дедушкой, а доить-то надо, сам понимаешь. Он взял и перехитрил корову. Как? А иди сюда. О, Бонюк. Одна голова хорошо, а две лучше. Ну как? Такая угловатая, волосатая, но ничего. Бог всякую тварь создал. Ну ладно, с Божьей помощью. Кристо, мой друг! Смелее, тетушка. Кристо! Тетушка! Милая. Хвостик поверни. Поганая мерзавка. Наверное, по уши в дерьме. Нет, в молоке. Ой! Ведьма проклятая. Слушай, Бонюк, ты никому об этом не мурмур, а то нас обоих насмех подымут по всей волости. Будь спокоен. А теперь гони коров на пастбище. Вернется тетушка из костела, вот обрадуется. Бог сыночка нам подарил. А ты останешься у меня жить? Твоя мама сказала, что ты из дома ушел. Антон, ты снова на весь день уткнул свой нос в газеты. Не волнуйся, не волнуйся, братишка, свеклы хватит. Добрый день. Здравствуй. А как вы меня нашли? Слышали, как в лесу у тебя от страха зубы стучали? Сынок, сынок, ты что, все лето собираешься это стадо пасти? Дедушка, я домой хочу. Пойдем, пойдем, пойдем. Видите, дети все скоро забывают. Не говори, в тихом омуте черти водятся. На, пригодится в дороге. Спасибо, Питер. Посидим на дорожку. Итак, выходим из поезда, переходим переезд, мостик на гору, направо, большой дом. И я скажу им, отдайте. Так, телочки-дурочки, ночью уйду от вас. Мне предстоит опасное путешествие. Отправлюсь освобождать вашего короля Жика. Впредь он будет вами командовать. Мужские руки больше в хозяйстве нужны. Жик! Жик!
Жик, как ты отроди? Как ты нашел дорогу домой? Это же так далеко, расскажи. Нет края, где такое небо, такие дали и синева, как у нас. Все зеленеет и звенит. Правда, Жик? У моего штабс-капитана собака от Курилов до самой находки проплыла. Капитан спускается на берег, а султан ему навстречу. Взял с собой в Петроград. Умный был басурман такой. Он по утрам покупал для хозяина газеты, по дороге прочитывал и мордой показывал те места, где про политику написано. Ну, читать даже наш Ануфрий научился. А вот в какой кошелек деньги складывала эта собака, вот в чем вопрос. Это и есть тот самый Казач? Да, и на что ему слезы несчастных вроде тебя? Пухнет от жира, а ему все мало и мало. Это тот самый, который хочет отнять землю Домицианы? Да, проголодец. Да он скоро лопнет. О, как мы с тобой, как бабочки порхаем. Приглашаю. Ой, ноги болят. Пойдем, пойдем. Дедушка, это Казач? Толстый? Да. Тот самый? Он мне не нравится. Мне тоже. А рогаткой попадешь в зузю. Пусть не танцует с таким. Давай проколем колесо. Давай. Откуда у тебя ножик? Мой. Друг называется. Просили в школу дров привезти. На следующей неделе можно будет поехать. Писем, Питер. Пойдем, Петр, пойдем, поговорим. Ой. Сестренки, видали таких петухов? Дамский. Пошли. Это же дамские. Пошли. Иди, иди, невесточка. Уйди, не буду. Мальчик, а ты что делаешь? Твой Алексис старый, кривой, у него как у черта конские копыта и пузо рычит, как у кабана. Да, Жик, Беги больше не увидит Деву Марию. Ее видят только люди без греха. У тебя чистая душа, верно?
увидишь. Ты, может быть, увидишь ее. Только, она спит. Только не испугай лаем своим. А утром расскажешь мне, что она и как. Васили, Васили. Здравствуй, здравствуй. Что, мальчик, хочешь? Лыжу Смушкина купить. Пожалуйста, господин Смушкин, возьми, это твой. Я. Мой. Да. Павсари, куда тебе рвать? Весной был вместе с дедушкой, и ножик этот нечаянно попал в мой карман. И ты решил вернуть. Я. Кто тебе сказал, что надо вернуть? Всевышний. Чей ты сын? Сын Александра Паулана Бонифации Паулан. На, бери. Знаю отца твоего и дедушку. Честные люди, честные. Спасибо. Здравствуйте, господин Смушкин. Что он тут натворил? Угощайтесь. Угощайтесь, детки. Ну, спасибо. Бери. Спасибо. Спасибо. Смелее, смелее. Подождите. Здравствуйте, господин Казыч. Господин Казыч, вдоводомица она должна не тебе, а волости. Вот дочь этой несчастной вдовы Паулины. Ты не смотри, что она такая маленькая. Она уже работает. Подрастет. Будет получать больше, и они вернут свой долг волости. Что ты там лезешь? Господин Казыч, ты Божьего гнева не боишься. Подумай о душе своей. Слезы несчастных вдов и сирот на том свете превратятся в горячую смолу. Черти будут жарить тебя, и твоим мукам не будет конца. Кто ты такой, адвокат? Человек. Жук навозный. Полиция! Полицист! Слава Иисусу Христу! Во веки веков. Какой запах бензина. Культура. Как бы сказал Соломон, культура. Двери склепа открывались со страшным скрипом. Подул ветер, и факел погас. Изо всех углов отозвалось эхо, и казалось, что мертвецы встанут из своих гробов. К домицианам. Да, к Паулине. Скоро они уедут. Бонюк, а я какую думаю? Бонюк, надо что-то придумать. Идем. Ради? Видел, сами уплыли. Мы тут ни при чем. Господи, что мы наделали? Отче наш, ижеси на небеси, да светится имя Твое. Жук навозный. Иисус Мария! И он брал Ты будешь жариться в аду, и мукам твоим конца не будет. Бонюк, брат, мы пропали. Наши души будут жариться в аду. Не может быть. Мертвецы не ругаются такими нехорошими словами.
Я наведу тут порядок, хозяева называются. Мостика сделать не можете. Боболи, лопат, драши. На, утывай, что козна скот. Эй, он упри. Ива Борт. Эй, иди сюда. На, тяпни. Ира. Аюс. Я. Эй, вы там, моего велосипеда не видели? Нет. А чьи вы дети, а? Отвечайте. Спасибо тебе, Господи, что мы без греха. Спасибо, спасибо. Но разве это не грех такому извергу ходить по земле? Не балуйся, мальчик. Но, святой отец, кто быстрее? Лошадь или машина? Что ты сказал, мальчик? Слава Иисусу Христу. Во веки веков. Узнаешь меня? Узнаю, узнаю. Помнишь, мы с тобой поспорили? Ну что ж поделать? Поспорили, поспорили. Но становись рядом. Вперед! Ну, Бонюк, что же ты? Святой отец, чего удивляешься, у канавы крышки нет. Ну кто умнее, конь или машина? Я глупее всех. Старый дурак с мальчишкой гонки устроил. Сынок, ты посмотри, у тебя глазки посправнее. Я очки потерял. Без очков я развернулся посмотреть, далеко ли ты отстал, вот где-то здесь. Я уже нашел. Спасибо. Дай. Кто быстрее? Конь ты. А кто умнее, лошадь или машина? Конь, конь. Пожалуйста. Спасибо, мальчик. Вот тебе за этот фокус. Спасибо. Надо мотор выключить. Иди сюда поближе, девочка. Я узнал тебя. Ты сиротка, дочь вдовы и домицаны. Ты у меня по закону Божьему отличница. И учителя хвалят тебя. Учись, доченька, учись. Латгалии нужны умные, просвещенные люди. Нужны-то нужны, но она скоро уедет. Как это так? А вот так. Этот Казыч, он только толстеет от слез бедных сирот. Он даже толком утонуть не может, чтоб его гром сразил. Успокойся, сынок. Оставь Богу его дела. А мне подскажи, чем тут человек человеку может подсадить? Ну так вот, слушай. Питер, без рук! Только без рук, Питер. Питер, рапала друкас! Руки не распускай. Мальвинушка, но я же не хочу тебе зла. Ну, попробуй еще раз залезть, Мальвинушка. Васал, Танчук. Привет, Танчук. Привет, привет. Ну.
Где эти рукоятки? Где эти рукоятки для ног? Педали, педали. Коза такая. Коза такая. Руки не распускай. Без рук. Танцы. Танцы, а почему ты так стучишь в козырек? Видишь, когда мне на ум приходит хорошая мысль, я ее загоняю в козырек. А когда надо, одеваю фуражку. И речь моя течет, как ручеек. У меня тоже фуражка есть, с козырьком. Не знаю только, годится ли, женщина подарила. Какая женщина? Лидия, которая моего Жика украла. Да, друг, женщины всегда волей-неволей делают нам неприятности. Вот видишь, куда ж ты без меня? Без меня ты никуда. Танцы, смотрю на тебя и удивляюсь. Ты человек как человек, а как глянешь на Мальвину, глаза становятся как у теленка. И она также. Не то, что с длинным Петерисом. А что она с длинным Петерисом? Когда он хочет делать вот так и так, она становится как кошка, готова глаза выцарапать. Ты действительно настоящий друг, правда? Скажи мне, почему у тебя такие штанишки красные, как у петуха? Это не мужской цвет. Мне тоже не нравится. Но в прошлую субботу в бане эти бабы как заладили. Красивые, хорошие, красивые. А ты по-прежнему в баню с бабами ходишь? Что? Да как ты мог подумать, чтобы я с бабами? Бонюк, пора в баню. Мужики заканчивают париться. Никуда я не пойду. Не хочу, не хочу. Будет послушание или нет, в этом деле никогда. Откуда ты таким умным стал? Глядя на твою голую спину и толстую, как печка. Ах, печка? Сейчас тебе покажу. Пусти. Пусти. Пусти по-хорошему. Ну, сейчас ты получишь. Что там за Содом и Гоморра? Вылезай. Вылезай. Мальвин, оставь его в покое. Он уже взрослый, все видит и понимает. А что он понимает? Все понимаю. Я не хочу видеть вот это. Как тебе не стыдно, сын? Ты слышал? Девки, идите. Баня остынет. Сейчас, сейчас. Мальвина, разве ты не говорила, что у танцеса усы как щетка? И когда целует, то губы горят. Говорила? Поросенок, я с таким в баню не пойду. Анна, а ты не говорила, что у Яниса руки, как у лягушки, и когда он трогает тебе колени, то кажется, что это сумасшедший дом. Зузя, а ты не говорила, что у Антона грудь волосатая, и если постричь, то хватит на варежки для целой деревни? Это неправда, неправда, неправда. А ты... Мамочка. Розгу надо. За каждое словечко. Но поговорим потом. Ну, парень, теперь тебе жизни не будет. Они тебя съедят без соли. Без соли. Ah!
vīrus izaudzis. Boņuk, kā tev vīrus? Rudeņi uz skolu īsi, ja? Osiņi jau uža v skolu. Tancovat jau prūti? Tancovat umējš? Nu, visai, Paulīna grūt. Čūtačku, s Paulīnai tancovali. Īsim, dot es zīmot. Davai, naučim. Skaistā kumļaitī, ņemšu pie sevis un dzēvošu lielu laimēji. Skaistā kumļaitī, ņemšu pie sevis un dzēvošu lielu laimēji. Беги, давай я тебя подниму. Ой, не щекочи. Если бы ты не смеялась, поднял бы. Беги, а свадебное платье уже готово? Да. Бонюк, дружок мой милый, я приглашаю всю вашу семью на свадьбу. Ты будешь в паре с Паулиной. Согласен? Ну, отвечай. Соглашайся. Когда я научу вас топор класть на место? Как в саду зеленом нашем роза расцвела. Под кустом цветущей розы девушка спала. Ты проснись, красавица, матушка зовет. Знаю, знаю, что мне скажет матушка моя. Выйти замуж мне прикажет за седого старика. Прости меня, что покидаю вас. Отец дорогой. Прощайте, подружки. Соседи дорогие. Спасибо, спасибо всем. Позверись, Мосин. Подумайте только, дочка Паулина в церковь в платье с короткими рукавами идет. В наше время такого не было. Что ты отстаешь? Куда ты бежишь? Кто этот черный с конским копытом? Который? Рядом с Бигги который? Это же Алексис. А где у него рога и хвост? Готовы ли вы с любовью принять и воспитывать в католической вере детей, которыми вас одарит Господь Бог? Да. Уже венчают.
Откуда знаешь? Ксенс все спрашивает, согласны ли? И что беги? Конечно, да. Напрасно. Встретим хлебом с солью, кружкой пива новобрачных. Как теленок, лишь бы сосать. Горько. А как тебе, Александр? Горько. Горько. Свату и свахи горько. А мы не хуже. Бонюк! Бонюк, подожди. Послушайте все. Этот казачий пальцем не тронет Домициана. И благодаря кому? Моему другу Бонифацию Паулану. Не меня, Ксенза, заблагодарите. Бонюк, садись за стол. Бонюк, ты кто лелся? Как ты вырос? Осенью в школу, да? У меня голова кружится, когда ты меня обнимаешь. Соломон, зря ягодки ищешь. Тот с конским копытом все сожрал. С каким копытом? Вот тот черный. Бонюк, я тебе дам конфеты. Только не говори Танцису, что я в бане говорила. Не надо, я не болтун. Кайда топа. Алексам топа знал. Алексам рекрат. Ну рейгас ацкер. Леди Каспармон. Бонюк, не спрячь, ты все. Бонюк, я для тебя сахар припрятала. Только не говори Петерису, что в бане об Альберте слышал. Не скажешь? Не скажу. Живи спокойно. Танчук! Петерис, ты меня не так понял. Один неженатый кандидат агитировал. Девки, голосуйте за неженатых. Станете женами депутатов.
Изидор Семудиной. Опоздаем. Изидор уже играет. Бонюк, ну все заживет, Бонюк. Ну, Бонюк, как я теперь буду ходить одна? Как вдовушка. Люди засмеют. О, боже мой. Идите, идите. Мы догоним. Как в саду зеленом нашем роза расцвела, под кустом цветущей розы девушка спала. Ты проснись, красавица, матушка зовет. Знаю, знаю, что мне скажет матушка моя. Выйти замуж мне прикажет за седого старика. О, Дева Мария, Пресвятая Богородица, помоги Бригите и Алексису. Я больше не буду колоть его штопором в попку. Я не хочу, чтобы он утонул или сгорел. Святая Дева, благослови их поля, чтобы у них всегда был хлеб и достаток, чтобы Биги не знала голода. Сделай все, чтобы Алексис был добрым к ней. Чтобы не пьянствовал, не ругался, не бил бы жену. Не будите, пусть растет.